Земля от света повернет во тьму. А вот вот этот позор до тех пор, пока у них на сайте будет вот этот позор висеть, позорная, вот, весь. Вот когда этот Иван на меня накинулся, да, ну, молодец, свое мнение. А кто-то против него, пусть он это. Да нельзя, понимаешь, Иван, нельзя, нельзя, нельзя. Это надо убирать, убирать, убирать срочно. Ведь это еще сколько поколений вырастили вот этих парней, вот этих вот. Вред нанесен страшный. Тут уже нельзя без этого, без, как называется, ресурса административных. А это ваш пациент, я просто не выдержал. Знаете, много просмотров, тут, по-моему, сотни тысяч. Обрезская яблоко. Начинал, вот тут пышнейшая крона была, да? Вот. А это вся болезнь такая. Вот чтобы эти люди заплатили ему гривны, по-украински, рубли. А на самом деле серебряники, он резал, резал, время идет. Они за что это? Если бы вы видели другие фотографии, тоска на это у всех стоит. А он уничтожает, уничтожает. Это Херсонская область. Я бы этому земляку морду бы набил, если бы он мне попался. Вот. Земляк называется. А смотрит это в России. Вот. А сейчас приступаю к главному. Груша 7 лет, сорт медовый, ни разу не свела. Может, мы ее неправильно посадили, женщина пишет. Углубили или, наоборот, высоко посадила место прививки. Подскажите, Самарская область. Вот здесь нашла коса на камень. Вот, материться не буду, но все остальное услышите. Итак, пришло 3 фотографии. Не мне. А вот, как его это самое, не ругали. Моего брата Юрия Владимировича. Вот. Кстати, ему 70 лет. Вот. И такие слова, как подлинка, это самое, там, стучит брату от вас, девчата, это нехорошо. Вы заслужили, чтобы вам так же отвечали. Ну ладно, мы договорились, что прошлое забыто. 7 лет. Сейчас это до Ивана в основном говорю. Женщина, которая получила совет, она уже наверняка отрезала вот эту ветку, вот эту, вот эту, вот эти 4, потому что было сказано на 40 сантиметров все уничтожить. Вот теми девчатами. Вот. Понимаете? Вы мне скажете, невозможно, невозможно, не может быть. Ну, попутно смотрим. Прививка здесь, отлично. Это когда-то была боковая ветка, ведь любая почка с боковой ветки может превратить дерево. Ее превратили. Не знаю кто, вряд ли она сама, а может она привила. И получилось, естественно, что у нее нет этого самого, что бы и быть не может. Но ветка вот, пошла от самого низу, естественно. И получилось вот такое деревце. Вот скажи, чем тебе не устраивает? Отличное деревце, да? У нее есть свои козыри, смотрите. Это очень важно. Мне редко удается новичку увидеть такое прекрасное дерево груши. Ой, извините, Ольга. Не, все, 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 убираю, 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 убираю. Вот. Ну, это последний раз. Вот. Автору вопроса. Прислушайтесь к советам Наташи. Тоже убираю. Все, я обещал все. Вот. Действительно, вам же после моего объяснения вдруг стыдно станет. То есть... Видимо, они... Это надо вот так здесь поставить двоеточие, что она, дескать, советует. Вот. Не вы от себя добавляете, а кто-то советует. Вот так в кавычках. Давай, давай, давай. Вот. От себя добавлю. Нужна т-т-т-т-т-т-т и дальше. Ладно. Так вот. Получается, что ее подруга или как сообщница, это даже больше подходит, чем коллега, вот, придется одно мнение. То есть... Это медицинская школа. От себя добавлю, нужна формировка штамба. То есть, понимаете, они до сих пор не знают, что штамп бывает только у сеянцевых культур. Ну, все правильно же, да? То есть они приняли ее за это, что если у сеянцев есть штамп, то кроме износа, коричневого, наверное, штамп. А он объясняет. Нижние ветки при затенении верхними не зацветут. Я уже объяснял. Помните, я вам присылала фотографию на высоте 10 сантиметров?
зацвели и дали вот такие прекрасные яблоки. Да, Сорт помню, приземленный. помню прекрасно. И у меня таких фотографий сотни. А я, у меня же еще впереди 100 вебинаров. Хотя бы до высоты 40 сантиметров от земли удаляйте. Вот. Дерево сильно загущено. Давай смотреть, где оно загущено. Тем более сильно. А она же не имеет других фотографий. Три снимка, все одинаковые практически. Я выбрал, даже не знаю, какой, все вот такие. Где оно загущено? Вот. Ладно, пойдем дальше. Вроде все это плохо вам будет. Ветки растут под острым углом. Такие позже зацветают. Ну, сама потом напишет. Вот они, цветочные почки. Вот они, вот она. Да, позже, ну и что? А где вы видите острый угол? У этого нет острого угла. Так. Вот. А это нет, это остается. Нет, это я прикинул. 40 сантиметров, это как раз. Вот отсюда начнется скелет. Надо будет сделать вот тут страшную рану. Причем эта рана диаметром будет, если сделать ее. Диаметр штамба. Больше, чем диаметр штамба. Вот что страшно. Как он думает, туда мороз пойдет? Нет. Вторая, третья, четвертая. Вот это самое. Если тот парень, которому это, я все успокоиться не могу, который с меня обратно. Это позор был мой. Потому что представим себе, что я вот это объясняю. Говорю, а вы знаете, когда вы это научитесь плевать, я вас научу, а вы, это самое, мой молодой коллега, увидите, что ветки пошли от самого низа, так, вот, вы ни в коем случае не отрезайте их, а он вот так покрутит треска и скажет, ну, зачем? А зачем ты мне советуешь? Я не собирался отрезать. Через раз шел. И практически идеальное дерево, учитывая, что это почка из боковой ветки. Прочная, выпрямленная. Вот. Это тоже неправда. Ветки растут под острым углом. Неправда. Позже зацветает. Вон на них цветы. Неправда. Надо прореживать, раскрывать крону. Отклонять ветки. Вот что интересно, способ надпилок. Ты можешь представить, что вот теперь... Здесь, правда, не видно, но она уже дает общий совет. По ее мнению, вот эту ветку, вот эту, под острым углом, она остается. То есть берем, как только не сломать, вот посередине снизу пилу, пилить, калечить, чтобы вот так вот сделать. А я уже на вебинарах, ребята, 120 вебинар, сотни фотографий показал по такому принципу. Если ветку нагнешь, она обязательно выпустит эти волчки, которые вы же проклинаете. Так нет. Если ветка вертикальная, она обязательно даст боковые. Закон природы. Если существует программа развития дерева, все стремится к солнцу, а солнце бывает там, еще вот там надо это, отойти от штамба. Вот. Вот эти советы, вот, ну, наверное, их учили. Это еще не все сказал, самое интересное. Ну, вот способ надпилов это. Работать надо с деревом, а не топором махать. Ну, мне кажется, что это, если она это все сделала, ей скоро придется промахать. Вот. Должна зацвести, так, да, должна, это хрена вот это все. Ладно, я почти без мата. Так, а теперь самое интересное. Хотите? Они что, слепые? Они не знают, почему не плодоносят много лет деревья. Есть нормальная почва. В этой почве живут черви. Дерево, с дерева падают листья, черви перерабатывают. Дальше сложная система ниже, потом кто это, если дойдем сегодня, то дойдем. А вся система, цепочка, лист упал, так, и пошел на переработку. Они уничтожили все плодородие. Так, вот сейчас, если послушать Железова, здесь нет ни одного червяка. Если один заблудший, потому что вот этот листик все недоеденный, вот. Все, пусть сколько ни копать, червей нет. А черви снабжают дерево. Правда, не просто так примитивно. Почва, червяк, дерево. Чуть посложнее, но это пониже покажем. Я люблю листышку. Начну про микоризу. Напугаю, кто-то отключит компьютер. А здесь получается так. Полностью убитая почва. Убитая. Вообще без ничего. Без червей, без этих, без бактерий. Разве бактерии могут в такой почве жить? А? Вот и ответ, почему оно не плодоносило столько лет. Оно голодное настолько. И вот прошло, а они же опять фотографии, мы с вами делали еще, помните, сегодня делали. Я же не случайно их делал, только дайте до них. Вот.
Вот. Они голодают так, что не могут плодоносить. А об этом ни в одном учебнике. И никакое шикарное образование не поможет до тех пор, пока они не поймут. Ну, Лена, ну я в школе учился, в украинской сельской школе, с этими, с чернилицами, с замерзшими чернилами. Ну, было, было на этих самых. На стенках висели керосиновые лампы. Вот. Печка топилась в школе, да так, что только к обеду мы согревались. И мы учились. Это оттуда, я там же червяк, который тащит листик туда, вниз, фотография. Почва, срез, червяк, и какими зубами, я не знаю, и листик вертикально стоит и туда утягивает. Туда. Ну, вас-то этому уже не научили, а? Ну, зачем было калечить дерево, когда его нужно просто, чтобы был обыкновенный дерн? Ну, отойдите в сторонку, в поле, в луг, в лес, ну, узнаете, а, Тимязевцы. Ну ладно, посмотрели, поняли, в чем причина. Вам не можете об этом догадаться, потому что вам приказано учить людей так. Взять грабли, все, ваши эти, кто же кандидаты наук, как, которые эти, с бобра. Вот так и учили. Потом еще вилами. Да, они довели до этого почву, да, вот такого состояния. Потом начали а потом начали кислород вилами подавать. Ой, не могу. Ну, это, ну как? Ладно. Троценко, это я пишу. Приказано кандидатам наук отрезать боковетки до высоты 40 сантиметров. Кандидатам приказано. Представляете, если она уничтожила эту грушу. Просьба нарисовать места отреза красными линиями. Если получится нарисовать отдельный рисунок из количества штамба с ранами на кольцо. То есть вот штамп. Просто нарисовать тот же штамп примерно. И вот тут рана, тут рана, тут рана, тут рана. Ну, хоть увидели бы, потому что вот они чего не знают, да? Что через месяц-два, если фотография сделана, допустим, весной, она покроется листьями. А зачем листья, они тоже не знают. Представляете? Они не знают. А Тимирязев знает, а у них получилось наоборот. Провели дерево, убрать половину листьев, чтобы на вторую половину падали... Эти самые, как их, это, солнечный луч. Ладно, вот это вот, я в который раз показываю, это мой любимый коллаж. Так, книга взята в библиотеке, не пришлите мне это, распространение порнографии. Библиотеки. Вот, я, мне запретили Богом клясться, я молча вот так раз, это, вот так раз, вот. Вот, что это, подтвердить. Еще раз, вот это малюсенькая рана. Это я кандидата учу. Они, а вы потом переучитесь, начнете учить нормально. Вы же завтра не уйдете на пенсию. Вот смотрите, вот это рана, так рана, да, вот это. Потом через несколько лет, когда она погибнет, надо делать срез. А я сказал, почему мы, садоводство ученое, садоводство любительское, дачные сады, почему мы все с голым задом? Поняли, почему я это изобразил? Нет? Это красноречиво. Голый зад. Почему? Потому что даже небольшая рана, это абрикос, если кто не знает. А откуда вам знать-то? Так вот, это абрикос, да? Он погиб. А у меня сосед, жик-жик-жик-жик, яблони, все. Он весь сад так погубил. Вот, а я говорю, да бери. Вот я взял. У меня много таких. Так вот, смотрите. Это была небольшая рана. Она должна была зажить. Она не зажила, не заросла. Через нее прошел мороз. Заметьте, не грибы, мороз. Мороз уничтожил, омертвил древесину. И мертвую древесину начала жрать. Грибы начали жрать. Мертвую древесину. Вот. А теперь с этого места, дело в том, что вот жалко, у меня же тоже сотни фотографий с этими, с грибами. Ой, как где же их найти-то? Ладно. Короче, предоставляю слово. Нет, не так, как это. Слово предоставляется аспиранту, как институт называется, все забыли. Сибирский государственный университет. Сибирский государственный университет науки и технологий. Так, о чем мы говорили сегодня о грибах? Для меня это было откровение. Почему? Я знал, что я один на планете это все знаю. Больше никто. Давайте. О том, что грибы... Громче. Грибы по типу питания относятся к сапротрофам, то есть к тем, кто потребляет уже... мертвую материю, то есть перерабатывает уже мертвое.
живое дерево никогда не сможет ни поразить, ни употребить. А так как сапротрофы – это мертвая ткань, то грибы появляются на мертвой древеснине. Либо на, в общем, грибы и дерево – это симбиоз. Живут вот, они… Вот надо, чтобы вас было видно. Да нет, не видно. Давай. Так, дальше. Живут вместе. И если на дереве появилось уже так называемое плодовое тело, вот то, что мы видим, там, шляпки, как опята, например, вырастают, или как обычные подосиновики, то есть на самом деле вся грибница расположена внизу в земле или внутри массива дерева. И то, что там выходит наверх, лампа появляется. То есть нет никакого смысла уничтожать эти грибы, чистить их металлическими щетками, выжигать там или обрабатывать чем-то. Это просто симбиоз двух растений, которые питаются совершенно по-разному. Что-то является автотрофом, что-то сапротрофом, кто-то гетеротрофом. То есть так как грибы сапротрофом употребляют, мертвые разлагают, так что нет смысла чистить деревья от грибов. Думаю, что сказала? А про мировое светило? А, на самом деле у нас не так давно был разговор с профессором из Аграрного университета Красноярска Хижняком Сергеем Витальевичем. Он доктор наук, и как раз область его научных интересов – это микроскопические грибы. И вот он мне, в принципе, смог объяснить очень простым языком, почему этого не стоит делать. Но я думаю, у нас с ним еще случится разговор, где мы сможем даже записать короткое видео, в котором он очень просто и доходчиво сможет объяснить это садоводам-любителям. И нас станет на несколько человек больше. Сотен, надеюсь. Вот. А наука пока придумала паяльную лампу. Это вообще невероятно. Ладно, поехали дальше. Вот. Вот это вот коллаж. Так, здорово сделал. Вот. И написал. И мы простые садоводы, и вы ученые с голым задом.